Здравствуйте. Здравствуйте. Вам тоже. А вы знаете, что здесь у нас в городе одни ребята по выходным возле промо, вот того вот магазина, да, они раздают еду по субботам. В субботу они там собираются. И сейчас они вот сделали такую акцию. Так что обязательно приходите сюда. Они возле магазина там будут. Да. Есть такой Буринский, Артур. Артур есть Буринский. Да, это его сын. И они занимаются вот такими делами. Так что подходите. Вам. Почему вы здесь стоите? Так, что старость пришла. Я человек старого поколения. Я родилась 21 января 41 года. Да. Ровно было полгода, как война началась. Да. Я выделила эту войну. Видите, как не умерла. Так это сейчас что? А сейчас что? А сейчас вот что? Ну, во-первых, маленькая пенсия, да. Скажем так. Хотя работали на совесть. Не так, как теперь. Деньги тоже не видят, деньги видят. Вот. А второе, меня молодежь сломала. Мне не повезло. Что молодежь? Сломала. В смысле? Я вот чего стою? Если бы я была здорова, я взяла больного себе, ухаживала за ним, ага. Я не подработала, я же поднимать ничего не могу, мне очень подзабросило. Я только из-за сильного характера, потому что вот, я говорю, ты выдержала вообще войну и после войны, и все, как говорится. Понятно. Вот, я тебя сдалась бы, я бы уже не выжила. Вот, лекарства купить надо, они же все дороже, ну, конечно, каждый да. раз. Вот, понимаете, а за эти копейки надо квартиру оплатить. Однокомнатная, но она тоже не дешевая. Ну вот я шла, мне знакомая хорошая позвонила, говорит, смотри, Арица, говорит, ты не можешь мне сегодня маму посмотреть? Мне сегодня приехала проверка, а мама лежачая у нее. Она главный бухгалтер. Ага. Вот, не могу ни туда, и ни суд бросить, и туда не могу пойти, я не знаю, что делать. Ну, да. Привет, пожалуйста. Ну я с мамочкой села на трамвай, приехала. Потом отпустила, я пошла на трамвай. А стояла группа молодежи. Четыре парня, четыре девчонки. Я 8 не подумала. Человек. Да, я не подумала. Ну, шутили, смеются, вроде как нормальные люди. Я поравнялась, один такой жил продворачивает, я вынесла телевизор. Ошалец. Вот именно, вот там она и меня и сломали. Ошалец. Обобрали, сломали, я месяц не разговаривала. Ужас. Вот, их что-то кладывают все время, один не придет, другой не придет. До сих пор еще не судили? А? Их до сих пор не судили? Откладывают и откладывают, наверное, хорошо а когда это было, давно? Уже год. Ошалеть. Да, и сейчас вот 30-й должен был суть быть, в сентябре. Да. Опять что-то не явился, отложили. Теперь на середину мая. Мая. Отложили. Может, они ждут, когда я умру, да не знаю, что. Ясно. Но если что, там по субботам. Я да. Вам, да? А как вас зовут? Сергей меня зовут. Сергей, а я помолюсь за это. Я расчетчик. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. Ошалеть, блядь. Просто переломали женщину и до сих пор еще ничего за это нет. Салам алейкум, блядь. Ладно. Как-то так, друзья, помогайте людям, будьте, делайте добро, будьте добрыми людьми и все такое. И не проходите мимо людей, которым нужна помощь. Подписывайтесь на канал, друзья.